Сейчас 23 июня 2012 года. И вот в Uncharted 3 мультиплеере в режиме лаб, лаборатория. Сейчас прикольный режим. Там из оружия есть только ракетницы, RPG. Вот. И 99 патронов. Но когда ты умираешь, у тебя опять 99 патронов. То есть сколько бы ты ни потратил, у тебя всегда будет 99. О. То есть как бы они сами тратятся, да? Но когда ты умираешь, они опять восполняются до 99. Вот. Это уже мы играем сколько? Дня 3-4. Вот. Я не знаю, или они каждый месяц меняют, или они меняют как-то по-другому. Ну, сами разработчики, да, они ставят на сервер, короче. Ну, не знаю, как они делают, короче, вот. Лично мне хотелось бы все время так играть с ракетницами, потому что этот режим очень прикольный и интересный. Не надо целиться, просто бегаешь, короче, и палишь во все стороны. Всех мозги выносишь, всем. То есть мне это очень нравится. RPG в мою жопу залетело. RPG разорвало мне мою жопу. Жопу разорвало RPG. Жопу RPG мне разорвало. Во. И, короче, это самое. В общем, вот мне бы хотелось то, чтобы они до конца. То есть, все время так было. Вот. Тут сообщение об ошибке, но это все хуйня, короче, вот. В общем, RPG, вот мне просто очень нравится. Я просто хочу, чтобы это постоянно так было, но, к сожалению, они потом поменяют. Вот. Мне мой знакомый один сказал, что типа, ну, с которым мы играем, да, то, что было как-то с одними снайперками. Вот, он играл. Одни снайперки были. Вот, сейчас одни RPG. Видимо, они как-то меняют периодически. Потом будут, например, одни пистолеты или одни дробовики там и еще чего. Но мне бы хотелось, чтобы так бы с одними ракетницами постоянно бегать. Вот, это мой любимый режим. Вот, я плохо целюсь левым, правым джойстиком. Вот. А из ракетницы целиться не надо, поэтому этот режим для меня самый лучший. Вот. То есть из обычного оружия нужно целиться все время, прицел менять, а мне это неудобно. А из ракетницы просто бегаешь. Ну, надо, конечно, целиться, если кто-то далеко там находится, где-то тебе надо на крыше снять его, вот. Но в основном бегаешь и просто стреляешь, и все. Вот это мне очень нравится. RPG.